Сера – это третий по содержанию минерал в нашем теле. И хотя, казалось бы, сера должна присутствовать также в достатке в нашем питании, скорее всего, если вы в больших количествах не едите крестоцветные, бобовые или родственники чеснока и лука, биодоступной серы вам будет не хватать. Сера используется в нашем организме для создания связей между белками. Связки и слизь нуждаются в сере для создания плотных соединений. Также сера очень важна в системе детоксикации. Основной производимый печенью белок детоксикации использует именно серу, чтобы сорбировать на себя токсичные соединения и тяжелые металлы. Интересно, что в кишечнике, особенно при дисбиозе, патогены могут воровать серу, и ее недостаток будет напрямую связан со снижением плотности слизи. На сегодняшний день МСМ является одной из самых популярных добавок для дотации дополнительной серы в организме. Изначально использование МСМ было показано для улучшения состояния суставов при остеоартрите. Улучшение состояния связок и снижение воспаления – это два основных эффекта, которые были подтверждены в исследованиях. Сегодня с большим пониманием устройства слизистой мы начинаем осознавать, что МСМ как источник органической серы также снижает воспаление слизистой и улучшает плотность и строение слоя слизи в кишечнике. По-видимому, даже эффекты при остеоартрите частично обязаны восстановлению слизистой. В дополнение к восстановлению слизистой, МСМ доказано снижает маркеры воспаления через воздействие на пути воспаления, в том числе и на самой слизистой. МСМ, находясь в кишечнике, проявляет и антиоксидантные, и противопаразитарные свойства, помогая удалять токсичность патогенов и задерживать их рост. И, наконец, МСМ системно улучшает работу печени через предоставление серы для детоксикации. В ряде исследований показана связь качества работы глутатиона и использования МСМ-добавок. Исследования МСМ показали его эффективность в борьбе с антибиотикоустойчивыми кишечными патогенами. В присутствии МСМ антибиотик справлялся с заразой, которую иначе и не вытравишь. Это свойство комплементарности. Механизм борьбы с патогенами МСМ отличается от механизма антибиотиков. Особенно интересный эффект МСМ относится к концепции «красота изнутри наружу». Для МСМ был показан дозозависимый эффект – чем больше, тем лучше. Для уменьшения признаков старения кожи – от морщин до воспаления. Комплементарные свойства и способность улучшить эффективность протоколов лечения обсуждаются в отношении МСМ даже при лечении метаболических нарушений при диабете. Общий вывод при анализе исследований показывает, что, возможно, устраняя дефицит биодоступной серы, снижая воспаление и улучшая детоксикацию, МСМ становится хорошим дополнением для большинства из нас, так как мы все испытываем подобные дефициты. Использование МСМ особенно интересно в комплексных протоколах детоксикации или восстановления слизистой. Не рекомендуется при беременности и кормлении. Безопасная зафиксированная продолжительность приема до 16 недель.